еще не все. Еще будет кое-что. Закиров, здравия, Урал, север Башкирии. Север. Выросли сеянцы персиков из косточек, фото прилагаю. Это уже учебное будет. То есть учеба началась. Кончились эти самые бравурные речи, началась учеба. Так, выросли сеянцы. Первый день от персиков там справа ваши, слева Николая Георгиевича Сергеева, Южного Уральска. Но нашего волшебника Сергеева уже можно не представлять. Вот. Мощные довольно, предстоит рассаживать. Половину обрезать будет достаточно. Много веточек прям снизу. Если наполовину укорочу, пересаживаю, только центральный проводник нормально будет? Сейчас объясню. Итак, его фотография. Первая. Справа моей, слева этого самого Сергеева. Смотрим дальше. Вот он, крупный план. Значит, как видите, у него хватило ума. Помните, я вам показывал фотографию? Учебную фотографию. Там хозяин этого питомника, что делал? Саженец вот такого росточка, вот такого. Вот столько оставлял, остальное вот так рукой. Тррр. И раз, два, три, четыре, пять, десять ран, листьев нет. А вот это по железову. А он у меня же совету спрашивает, а как же? А у кого? Это север Башкирии. И вот получается, что он уже знает, поэтому уже спрашивает конкретно. Половину отрезать, да? Вот так вот половину, вот то, что вы видите, ну, наверное, где-то вот тут, вот, если по нижнему срезу. Все это отрезается при пересадке. Сроки пересадки их три. Ранняя осень, поздняя осень и ранняя весна. Это мы проходили. В общем, я ответил на конкретно. Вот здесь отрезается. Без пересадки нельзя. Верхушка будет погибать сразу или постепенно, но она будет отсыхать. Вот. И мне так понравилось это фотография. Вот он, крупный план. Вот они, скелетные ветки. Самое главное, они пойдут под снег. Их можно вот так распластывать. Это же этот самый. Его не обязательно даже наклонять. Сеянец. Это же сеянец. Непривитый. Его даже не обязательно наклонять. Пусть растет вот так, а веточки горизонтально. Вот эти нижние ветки никогда не замерзнут. А если бы он сделал тррр, это называется стриптиз на морозе. Да еще и скалечного саженца. Ну что, я ответил на вопрос. А, теперь я возвращаюсь сюда. Сейчас. Вот он мне сейчас только прислал. А, нет, не здесь, сейчас. Я люблю такие вещи. Ой, как я люблю. Ой, как у меня каждый день я живу и жизнь продляю только благодаря. Мессенджер, вот он. Во-во-во-во. Вот он, мессенджер. Итак, Павел Троценко, у него же, он опять Павел, опять тот же редактор этих. Он ведет канал такой же, как мой, и тоже Железовский канал, тот же с моей фамилией. Но к нему прислали, даже где-то обидно, здорово, смотрите, к нему прислали. Итак, Сергей Лапин, ну дайте похвастаться, ну имейте совесть. Ну, персик хасанский. Первые плоды, вкус кисло-сладкий, косточка отделяется легко, ароматный, диковина для нашей местности. Спасибо огромное кому? Железовый К. Вот так вот. 50-граммовый, ну, не шедевр. Вот. Скорее всего, он этот, из косточки, не привитый. Так, ну и тут еще есть, я только сейчас заметил, а вот еще. Все, проехали, все, нет у нас все. Некогда нам лясы точить, мы будем продолжать то, чего я собирался. Значит, еще раз. Это иллюстрация, как я сказал. Вот так половину отрезали, вот так хоть верхнюю половину покажу, хоть нижнюю. Вот здесь отрезали посрез. И получается нечто. Вот. А я всегда в таких случаях гордо говорю. Две девушки на весь Союз напросились и проходили настоящую официальную производственную практику у Железова. Вот Юля Матвеева, а вторая Лена Савинич, вы чуть ниже еще ее увидите. Вот, я от нее не отстану. Так вот, и всего две, и у них результаты Савинич, помните, фотографии мы любовались? Вот, а эта фотография учебная. Значит, мы с ней
пересадили, обрезали, и прошло, ну, в каком месяце, не знаю, но результат вы видите налицо. Вот. Нет, сейчас. Или я весной, не помню, но факт это видели, что такое настоящий приземистый саженец, диковинный, это же черешня. Ей вообще делать нечего. Вот. А она уже играет роль преподавателя. Вот видите, пальцем показывает. Учитесь, учитесь. Вот. Я не промахнулась, что в железо приехал. А теперь у нее свой сад, а теперь у нее свой питомник. А я, когда приходит ко мне типа отчета с прекрасными плодами, саженцами, я от гордости лопнуть готов. Понимаете? Лопнуть. А ведь это Омск. Вот так вот. Там, где сейчас наша Юля командует.